You're gonna go beat them now. I can't beat them and get some money from them. Go to the last. А сам городок очень красивый. Можно легко представить, как в этом замке танцевали на балах герцоги и придворные дамы. У этих окон выжидали своих рыцарей маркизы в пышных платьях. А по этим крышам гоняла шпана. Слушайте, у меня возникла идея, как тут бесплатно поесть. Вы же знаете, какая визитная карточка у Брюэра. Конечно же, сыр Брюэра. Ну, посмотрим. Именно тут его изобрели тысячи лет назад. И именно тут я его съем. Пахнет там все вкусно. А вот эти коробочки – это пробники сыра. Но зачем мы пришли? Можно попробовать все виды сыров, которые здесь есть. Бесплатно. Я хочу достать бесплатно. Вон. Вообще очень вон. Он такой нежный. Есть внутри вкус соленого творога? Вы знаете, такой сладко-соленоватый, с нотками орехов и полевых цветов. Главная особенность сыра в том, что никто за пределами Брюэра не может повторить его вкус. Все дело в коровах. Они непременно должны жевать только эти альпийские поля. Иначе вкус молока будет не тот. И сыр, соответственно, не тот. Вот этот сыр очень вкусный. Там есть внутри как будто такие просто называвшиеся частички. Не знаю, как даже показать это. Но такое ощущение, что ты ешь шоколад с печеньем. Вот. Not letting me take off. Voilà. Вот попробуй у нас на глазах продавца съесть полкило сыра. И чтоб он тебя вдогонку бесплатно угостил вареньем и ликером. Нравится мне этот билет. Очень нравится. Накормили. Напоили. Красивый. До свидания. Just half a kilogram of cheese. Just left. Skin. Ну все, я готова покорять крутые спинки. Лыжные трассы Цермата очень широкие. На них всегда мало людей, и они такие длинные, что можно полдня нон-стоп съезжать с одной вершины. Но самое удивительное, что даже на сложных трассах крошечные дети, обалдеть, как бесстрашно гоняют. Похоже, швейцарцы сначала учатся ездить на лыжах, а потом уже ходить. До 9 лет все подъемники для них бесплатны, а школьников выводят сюда на уроки физкультуры. Кто положил вот эти лыжи здесь? Как мне проехать? Как мне проехать? Уберите! Как это пойти? Вау! Вау, вау, вау! Я because I'm a first time. Все это можно все снимать? Отлично. Never. You know, I'm just always feel like a superman. YouTube, so.
все это можно все снимать? Отлично, давайте, поехали. Потому что я же не умею кататься совершенно. А я продолжаю рассказывать, как бедному туристу вкусно поесть и за минимум денег. Вот он, швейцарский рай. Вход на шоколадную фабрику. Да, вам придется заплатить $11 за вход. Прослушать скучную экскурсию про историю создания шоколада, понаблюдать за гипнотическим конвейером. У меня реально такое ощущение, что бесконечно сейчас раздавит маленькую конфетку. Но главное, что в самом конце безлимитная дегустация. Шоколад?